В Дигитриевском соборе Улан-Удэ встретили икону Божьей Матери, самонаписавшуюся, прибывшую со святой горы Афон. Особенно часто в молитве к Божьей Матери перед самонаписавшейся ее иконой прибегают для того, чтобы обратить заблудших и иноверцев к истинной и спасительной вере Христовой. Пресвятой Богородице, именуемая самонаписавшаяся или Продрамитиса, прибывшая со святой горы Афон, под звон благовеста была доставлена в Дигитриевский собор республиканской столицы митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом. Именно по его просьбе для республики Бурятия благотворителем епархии Дмитрием Борисовичем Павловым образ был заказан на святой горе и написан старцем Скита Каруля, отцом Харитоном. Схимонах Харитон очень любит Россию и русское православие, и поэтому с большой любовью и готовностью откликнулся на эту просьбу. Святой образ Богородицы, самонаписавшийся, был встречен перед праздничным всеношным бдением, за которым во главе с митрополитом Иосифом молилось городское духовенство миряне. Перед святыней был прочитан акафист Царицы Небесной. Радуйся, Агнце и Пастыря Мати, радуйся, Боги словесных овец. История появления этого образа удивительна и непостижима. Лик Богородицы и младенца Христа был изображен без участия художника. Это событие произошло 12 июня 1863 года. Поэтому икона была названа «самонаписавшаяся». Также эта икона именуется Продрамитиса. Именно в старинном афонском монастыре Продром были явлены первые чудеса от этого образа. И по сей день икона «самонаписавшаяся» или Продрамитиса является главной святыней Афонской обители Продром. Когда-то на святой горе Афонской Царица Небесная явила этот образ, через который многих обратила в православную Христову веру. Поэтому мы особенно молимся Матери Божией, чтобы она, простирая свой покров над всеми нами, православными людьми, обращала и тех, кто не знает пути Христова, к святой православной вере, только через которую мы имеем надежду получить жизнь вечную. Божественная литургия перед иконой самонаписавшейся была совершена на следующий день в Дигитриевском соборе. Люди с надеждой и упованием на помощь Пресвятой Богородицы шли приложиться к святому образу и помолиться заступнице. Самонаписавшаяся икона Божьей Матери – великая чудотворная святыня. К ней прибегают в различных душевных и физических нуждах. Молятся об исцелении различных недугов, при болезнях душевного характера обращаются за помощью, когда путь потерян и не знаешь, как дальше жить. Она исцеляет от беснования, помогает даже при самых тяжелых и неизлечимых заболеваниях, обращает иноверцев к истинной и спасительной вере Христовой. В завершении праздничной литургии перед святыней был совершен молебен. По благословению митрополита Иосифа икона, самонаписавшаяся, прибывшая со святой горы Афон, теперь будет всегда пребывать в Дигитриевском соборе республиканской столицы. Наталья Шуплицова, пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.